заказчиком будет администрация. Принято такое решение. Вчера это обсуждено было на депутатской комиссии вместе с главой администрации. Строить будет администрация заказчиком. Будет организовано техническое сопровождение всеми городскими службами. Проект сейчас пройдет две оставшиеся экспертизы на достоверность и эффективность. 2 недели надо дать на экспертизы. То есть там по факту посмотрим, когда они придут, и готовится документация уже на конкурс. Будет однозначно проведен конкурс на все виды работ, на оснащение будет отдельный конкурс, на техническое сопровождение другой конкурс, 3 конкурса будет, и все приступят к выполнению своих обязанностей. То есть на наш объект уже есть желающие строители, поэтому, я думаю, все пойдет нормально. В этом году мы обязательно начнем строить школу.